Всем привет! С вами канал Стофикиев и я, ваш любимый Санечка. Сегодня у нас 7 апреля и мы вышли на рыбалку. Опять в ночную и опять на то же самое место. И сегодня с нами рыбачит Файкель. Во. Еще один рыбак тут с нами появился. Думаю, что будет все время с нами ходить. Калюнька, покажись. Вот он, Калюнька, познакомьтесь. Ну и, конечно же, за кадром вы знаете, кто. Пришли мы буквально где-то часик назад, пока пробурились, начали рыбачить. И прошло вот 20 минут, и мы вот столько наловили рыбки. Вот. Клев, конечно, не очень сильный, потому что у нас за бортом сегодня минус 16. Ветер 4 метра в секунду, восток. Сидим мы в палатке 4Т, снегирь. Ловим также мы. Подо льдом у нас 30 сантиметров, а лед у нас 1,20 м. На мормышку и на отводной крючочек ловим мы на тесто. Вот, прикормочка, конечно же, присутствует. Тесто такое же, как я уже и раньше говорил. Это в пропорции 50 на 50, манка плюс мука. Давай, маленько, позови бабушку, дедушку, а лучше всего прабабушку и прадедушку. Ну, в палатке, могу сказать, не то чтобы и сильно было тепло. Градусов, наверное, 18. Тепла есть точно, да, Калюнь? Вы все скажете, ничего себе, у них тут минус 16, у нас уже давно уже плюс 16. Нет, ребята, это крайний север. Мы еще рыбачить будем на льду, ну, месяц-полтора еще точно. Клев, конечно, чуть похуже, чем в те разы, потому что в те разы у нас было минус 2, минус 4, и ветер был южный, вот, и юго-запад. То сейчас у нас восток, плюс еще давление поднялось. Но клюет потихонечку, но клюет. Дальняя это у Хайкеля, а ближняя это у Коли. Посмотрим, у кого же первого заклюет, кто же первый поймает рыбку. Опа, я первый, я поймал, смотрите. Вот, а! О, какая хорошая. Видите, как всегда, ваш любимый Санечка самый первый поймал. А то они так и не поймали, как вот у меня вот то. Ну, в общем, вы меня поняли, вот то самое. В этом, смотрел, ты подписался там, ну, почти только на наших, да? Ну да, на местных. А вообще, каналов много интересных. Допустим, канал такой есть, рыбалка в Оренбуржье. Тоже ребята очень хорошо показывают, рассказывают. Такие видосы отличные. Вот, если слышите меня, привет вам большой. Какая огромная. Дня 3 или 4 назад подписался, я сразу же посмотрел их канал. Канал называется «Рыбалка с шалунами». Молодая пара, ходят на рыбалку. Мне вообще такие каналы нравятся. Молодцы! Тоже, кстати, вам большой привет! О, попер бобер! Вот так вот сидим буквально пару часиков и уже вот столько вот наловили сагошки, то есть плотву. Вот каких Калюня таскает. Сейчас он вам покажет. О, какая! О. Завидую я уже вам, ребята. Ловите, как говорится, лето уже, лето. Ходите в футболочках да в ветровочках, а мы здесь еще Хайкель еще сидит в зимних ползунках, в зимней шапке. Ну, я такой сегодня смотрел видео, рыбалка с Олегом Яворовичем. Ё-моё, уже сидят там на удочку на летнюю, ловят карапчуков по 1,5 килограмма, блин, карасей больше ладошки. А здесь зима зимой. Ух, да ничего. Зато ловим тоже. Вон как, сколько уже настреляли ее. Во. Вон сколько ее. Вон сколько. Вот таких вот у нас тунисец ловит. Форожен. Полюбилась ему наша рыбалка. Полюбилась. Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу рыбалку. Время у нас уже 10:30 ночи, и мы идем домой.
смотрите канал Стофити, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. С вами был ваш любимый Санечка. Всем до новых встреч!